Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня обзор удивительного каталога Oriflame номер 3. Почему удивительный? Потому что это каталог празднику к 8 марта, и как обычно здесь много классных предложений, и у меня даже на некоторые уже просто глаз так лег, глазки загорелись. И я вам сейчас расскажу, что особенного классного, и не просто буду рассказывать, как всегда, я буду показывать, мы будем вместе тестировать продукцию, я расскажу свое мнение, мне не все нравится, к сожалению, но в принципе это нормально, когда 1500 наименований, но не может все нравиться или все идеально подходить. Я думаю, что это даже очень хорошо. Вот, я вам все расскажу, покажу, чтобы вам было проще работать с новым каталогом, чтобы вы знали, как обращаться к клиентам, что им говорить о продукции, как ее рекомендовать, что про нее рассказывать и как правильно подобрать продукцию для себя, близких и для клиентов, если они у вас уже есть. А я надеюсь, у вас они есть. По крайней мере, кто смотрит мои видео регулярно, то точно постепенно обзаводится клиентской базой. Итак, приступаем к тестированию, не будем терять времени, потому что каталог достаточно толстенький. Каталог номер 3 начнется с 17 февраля и закончится 7 марта. То есть мы успеем получить подарки и к 23 февраля, и к 8 марта с нового каталога. И мне очень нравится то, что написано в каталоге «Мой день, мои правила, 8 марта». Ну, обожаю такие слова, конечно. Это супер, хороший настрой, яркая обложка, которая просто вот позитивная, по максимуму. И начинаю смотреть каталог. Сразу бомба, бомбическое предложение. Это коробочка, вот такая вот коробочка. В ней три крема, все с разными ароматами. Два из них пион, сирень, мы можем с вами подегустировать, потерев страничку, а чарующий аромат жасмина, к сожалению, без ароматической странички. Что примечательно, крема по 30 мл. Все в красивой коробке и всего 299 рублей. Недешево, сразу скажу, но за дизайн, да, за оформление всегда берут, как бы, всегда накрутки идут. И это действительно потрясающий дизайн. Я однозначно закажу, потому что я очень хочу все эти кремики, чтобы у меня были. И мне нравятся эти тюбики, они выглядят как акварельные краски. Замечательно. Но если вы не хотите покупать эти крема, то для вас специальное предложение на следующей страничке. Если вы приобретаете новый аромат AMB Elixir Mysteria, на самом деле я всегда читаю Amber Elixir Mysteria, тут все по-другому. Роскошный аромат, действительно роскошный. Вот если сравнивать из последних новинок, у нас вышел Eclat Amour, и этот, на самом деле, мне вот этот вот сразу прям пришелся по душе. Жалко, что я уже столько накупила ароматов, и уже просто даже не хочется набирать лишнего, но этот аромат я бы точно бы взяла. Мне нравится, что здесь восточные нотки, цитрусовые и цветочные. Он запоминающийся, он яркий, он выделяется из других ароматов, он такой прям соблазнительный. И если вы заказываете такой аромат, то набор кремов идет в подарок. Представляете, как кому-то повезет, кто как раз планирует покупку нового аромата, как раз вы получите новые крема. Прежде чем заказать себе аромат, можно, конечно, потереть страничку, можно почитать состав, но лучше всего подегустировать из пробника. Это будет более точное впечатление об аромате, подходит или не подходит, брать или не брать. И, конечно же, коды пробников ищите в каталоге. Каталоге Oriflame, и я вам могу сказать здесь вот код пробника. Нет, не могу сказать здесь код воды. Все, проехали. Сейчас покажу вам, где нужно смотреть пробники. Если перелистнуть несколько страничек, то есть, как правило, это 8-9, то у нас новое предложение от компании, уже несколько каталогов подряд. И я им стала пользоваться с огромным удовольствием. Мы можем заказывать набор за 69 рублей, и в набор включаются пробники новых ароматов, новых кремов или тональной основы. И вот как в этом случае будут два новых аромата, новая тональная основа и пробник дневного крема против пигментации на Veg. То есть вот именно из этого предложения я получила вот такой вот красивый пробник. То есть он пришел в упаковке, и я заказала несколько штук, буду дарить своим клиентам. Классное предложение. И на следующей страничке тоже долгожданная скидка, кстати. Это очень здорово, что нас иногда хотя бы балуют скидками на продукцию категории Wellness. И в этот раз нас ждет
витамины, нутрикомплекс для волос и ногтей. Как вы видите, мы снимаем пустые баночки. У нас вот практически все время пустые пачки от нутрикомплекса. Пьем, потому что видим эффект. Я хочу снова отрастить длинные волосы. И чтобы волосы были крепче, не выпадали, и росли здоровыми и красивыми. Я сейчас пью практически регулярно по одной таблеточке. Ну, бывает, пропускаю иногда. Но в основном стараюсь пить. На него большая скидка будет всего 1199 рублей при заказе на 1000 рублей из этого каталога. То есть, если из каталога у вас на 1000 рублей заказ, то одну пачку берете. Если на 2000, две пачки и так далее. Что внутри этой пачки? Это такие вот пластины. Это новая абсолютно пачка. Вот такие пластины с витаминками. Берете 2 штуки в день, выпиваете, как обычно, витамины пьют после еды. Все удобно, все просто, никаких сложностей, я думаю, это у вас не вызовет. Шикарный продукт морской, кальций, витамин D. Я пропила 2 баночки, пила нерегулярно, как обычно, я то забуду, то не забуду его, кстати, не пить, а жевать. Это такие жевательные витамины. Я, честно могу сказать, эффекта сильного не увидела, потому что пила всего 2 банки, пила абсолютно нерегулярно, поэтому ничего сказать такого не могу, что вау-вау. Но мой спонсор, она сказала, что у нее прям чудо с ногтями произошло. То есть она пропила одну баночку и говорит: посмотри, у меня перестали лопаться ногти, это такое чудо, я измучилась с этим, а тут бац, и все. То есть она это связала однозначно с морским кальцием, потому что много-много лет у нее была эта проблема, из чего бы это вдруг оно взяло и само прошло. Да, ну я очень рада за людей, которые могут делать регулярно какие-то вещи, но вот я, к сожалению, не смогла, почему-то забывала про них. Так, классное предложение, я хотела сказать, я дождалась. Я все время покушалась на эти капсулы, потому что мне они нравятся безумно. Это лучшие капсулы, какие я пробовала. Но с чем можно сравнивать? У нас были капсулы в серии Optimals, очень даже, кстати, классные. Вот капсулы Королевский бархат. Ну и вот эти вот 3 вида капсул я пробовала. И я могу сказать, что эти просто вот... Это моя любовь. Это золотые рыбки, которые действительно волшебным образом влияют на кожу. И буквально сразу, как только наносишь их на кожу, она сразу становится невероятная, как будто бархатная, просто вот спелый персик. Такие приятные ощущения, что я сама себя постоянно глажу, личико такое, но приятненькое. Но это дорогой продукт, то есть из категории таких виповых продуктов. И я думаю, что нас порадует какой-то волшебной ценой, потому что если из каталога номер 3 вы заказываете на 500 рублей, и мы заказываем, и в следующем каталоге на 500, то получаем возможность уже в следующем каталоге номер 4 заказать по какой-то супер цене. Я пока не знаю, какая будет цена, потому что я никогда не смотрю каталоги наперед, но стараюсь не смотреть, иногда бывает просто вынуждена. Но я думаю, что цена будет хорошая, и я себя обязательно побалую. Классные пакетики подарочные по акции. То есть, если у вас заказ из каталога на 500 рублей, один любой пакетик за 49 выписываете. Естественно, еще скидка 20%, получится классная цена. Мне вот они мне все понравились, но вот этот больше всего, который посерединке. У нас выходит новинка. Матовая помада серии Giordani Gold Iconic. Новое название, как интересно. И смотрите, тоже на помаду действует скидка. При покупке 2 цена каждой 290 рублей. Это очень, кстати, интересно. И не только с этой странички. Смотрите, с 13 по 19. То есть, например, вы хотите одну помаду и берете одну тушь. И скидка идет по нижней цене. То есть вы получаете выгоду при покупке 2. Будет 3 продукта. 2 пройдут по нижней цене, 1 по верхней. Поэтому считайте внимательно. У меня иногда бывают такие сбои. Например, в прошлом каталоге я нечаянно не досчиталась помад. Надо было по 2 заказывать. Я заказала 7 вместо 8. Или там какой-то не было на складе. Ну, не досчиталась. И пришла эта помада по очень огромной цене. Так, здесь нас ждет тушь ультра удлиняющая. Кстати, эта тушь очень популярна среди некоторых моих клиентов. Они прямо только за Giordani. Я знаю, что у меня будут в заказе такие туши. Хотя сама я такой не пользуюсь. Она не дает мне такой эффект классный, как туши, например, 5 в 1 или с эффектом накладных ресниц.
Тут же у нас шикарные наши румяна в шариках, вот такие вот румяна. Они приходят в такой коробке с откручивающейся крышкой. Со временем коробка облупилась. Это, конечно, не очень приятный момент, даже совсем неприятный. Внутри лежит губка, которая закрывает шарики, чтобы они не высыпались. И вот такой набор шариков. Мой код 34545. Естественно, сияние. Вот вы их видите перед собой. То есть они такие более натуральные. Такой нежный оттенок, не резкий абсолютно, то есть подходит для любого оттенка кожи. Но если кожа очень загорелая, то они потеряются. То есть это какой-то бледный цвет кожи или слегка такой бежевый оттенок. А для темной кожи надо что-то более насыщенное. Румяна мне нравятся, заказываю их все время, когда заканчиваются, а заканчиваются они раз в 5 лет, поэтому не так часто. А вот здесь у нас сияющая пудра. Эта пудра, она делает цветокоррекцию лица. То есть за счет того, что здесь разные оттенки, они преломляют цвет, и лицо выглядит более молодым, прям минус 5 лет смело с этой пудрой, сияющим, ровным таким, готовым к празднику. Очень шикарный продукт. Кстати, у меня тоже они есть. Ну, вот не взяла. Может быть, в офисе. Так, дальше. Антивозрастная тональная основа. Она приходит у нас вот в такой коробочке. У меня минеральная. Но она в точно такой же коробочке приходит, только у антивозрастной тональной основы SPF 8. Она немного по-другому лежит на лицо, нежели вот эта минеральная. И вот у меня многие клиентки прям акцентируют. Мне только именно антивозрастную. То есть нравится очень-очень. Ну и внутри, конечно, там флакон. Но не буду доставать, это у меня под клиентку. Так, что еще? Кисть. Да, люблю такую кисть, мне она очень нравится. И кто-то предпочитает наносить тональную основу пальцами, кто-то спонжем. Я люблю кистью. Если вы заметили в видео, где я показываю, как делать макияж, то я всегда использую кисть. Так, помады The One 5 в 1. Ультракремовая 5 в 1, где-то она у меня есть. Помада мне не нравится. Ну, как обычно, дизайн, я уже ничего не говорю, совершенно простой, черный пластик. Ну и фиг с ним, ладно, с дизайном. Мне не нравится помада, потому что она плотная. Вот смотрите, я один раз провела, и она сразу плотная. И я ее чувствую на губах, то есть как будто бы у меня вот какая-то тяжесть на губах. Я не могу сказать, что она там плохо лежит или сворачивает. Нет, она хорошо лежит, но она не дает такого увлажнения, как предыдущая коллекция The One. И вот знаете, как говорят, все познается в сравнении. Если раньше я на ту коллекцию говорила, фу, какая она страшненькая упаковка, и не хочу ее брать, чтобы не позориться. Но брала, тем не менее, у меня есть несколько оттенков из старой коллекции, и сейчас я понимаю, насколько же она была хороша. Верните нам, пожалуйста, нашу коллекцию обратно, потому что и клиенты мои тоже трепещут, говорят, что за фигня, все, та была лучше, верните. Но тем, кто любит такие вот более плотные помады, конечно, она им очень нравится. Потому что она хороша, так-то, видите, лежит одно движение, и все, сразу плотное покрытие. Она достаточно долго лежит на губах, то есть она не полупрозрачная, мягкая, чтобы стираться. И у нее огромный ассортимент цветов, то есть настолько много оттенков соблазнительных, что вот первый раз, когда я все их попробовала, у меня даже есть на канале видеообзор, я там еще брюнетка, я не заказала эту помаду просто по одной причине. Я не смогла выбрать. Я не смогла выбрать один цвет. Мне понравилось, по-моему, штук 7 оттенков. И просто я была в шоке. Говорю, я тогда вообще не буду заказывать. Но потом я взяла вот этот оттенок уже просто потому, что он такой нейтральный, и я уже в конце концов хотела поносить эту помаду, чтобы понять собственное ощущение, потому что с одного раза, просто попробовав помаду, не всегда понимаешь, нравится или нет. То есть ее надо поносить в разных ситуациях, с разной погодой, и так, и сяк. И вот когда я ее несколько раз покрасила, поняла, что, ну, нет, немножечко не дотянули с этой помадой, как бы мне хотелось. Да, но это мое личное мнение. Зато я очень люблю помаду 3 в 1. У меня два оттенка, которые мне сейчас единственные подходят. Это два верхних цвета, чарующий беж и восхитительная роза. И у меня к этой помаде вообще никаких претензий, только восторг, восхищение. Вот, смотрите, какое чудо. Это вот бежевая, просто на повседневку. А это восхитительная роза. То есть та помада, которая чуть более насыщенная. Я вот именно заказала вот The One 5 в 1 из-за того, что я думала, что она мне заменит эту помаду, когда она у меня закончилась. Но
Нет, пришлось заказывать снова эту помаду, потому что я не могу без этой мягкости, без этой легкости на губах. И при том, что когда я с этой помадой, все говорят, ой, какие у тебя губы красивые, потому что они настолько легкие, пухленькие, мягкие, манящие с этой помадой, что просто нет слов. И вот смотрите, у помады такая хитрость: с краю цвет, далее блеск, а в середине бальзамчик. И когда мы красим на губы, они все смешиваются и получают такой сногсшибательный эффект. И красиво, и уютно, и легко, и вообще просто прелесть. Я рекомендую эту помаду попробовать, если вы не пробовали. А тут у нас вау, вау, новинка. Ну, вообще сплошные соблазны, но я буду держаться стойко. Смотрите, это тени Рэйфел. Они у нас приходят отдельно, вот так вот отдельно, но в пластиковой коробочке. Их нужно уложить. Ой, все, у меня засыпано тенями здесь. Нужно уложить, как вам удобно. То есть те, какие вам нужны цвета, какие нравятся, вы укладываете сюда. Через дырочку вы их выталкиваете и кладете другие. То есть у меня сейчас в запаснике лежат, по-моему, три оттенка, которые сейчас я не использую. Я их просто убрала обратно в пластиковые коробочки, оставила те, которые я хочу и которыми я пользуюсь. У нас здесь предложение 5 новых оттенков, 6 новых оттенков. И да, по 169 рублей. И магнитная палетка 199 рублей, но она на 2 оттенка. То есть, если вы хотите много оттенков, то берите сразу 2-3 палеточки, чтобы у вас как бы они были, ну, красиво все лежало. Вот цена, в общем-то, очень хорошая. И очень красивые цвета. Вот реально, вот к весне, вот я бы взяла все оттенки. Особенно вот эти два оттенка и вот такой вот матовый латте. Это вот прям то, что мне сейчас вот прям вот в душе. Но у меня есть похожие оттенки, поэтому я, пожалуй, воздержусь. Слишком много косметики тоже нет смысла разводить. Она же и срок годности проходит, и она не используется так быстро, как мы думаем. А следующий разворот – это тушь с эффектом накладных ресниц. Одна из моих любимых тушей, вот оставила специально старенькую, чтобы кисточку показывать. Вот такая кисточка, удобная. Смотрите, она с двух сторон без ворсинок, то есть просто лысая. А вот так переворачиваю, здесь, по-моему, 4 ряда, 4 или 3 я считала, по-моему, 4. В 4 рядочка остренькие щетинки, которые чудесно прокрашивают все реснички, поднимают их и утолщают. Но для меня эта тушь одна из идеальных. Вот я люблю 5 в 1, XXL 5 в 1 и вот эту. То есть три моих любимых туши, которые я всегда могу чередовать то одну, то другую. И я знаю, что у меня всегда будут ресницы на высоте. То, что нам и нужно. Два оттенка. Черный и синий. Вот если вы видите, то синий, он не яркий. Он совсем глухой. Вот, может, я где-то найду волосики. То есть он в помещении смотрится как черный. И только на свету, на ярком свету видно, что ресницы как бы синеватые. Ну, не видно, да? Просто как будто черные. На самом деле есть оттенок синеватый, но не будет такой яркий, голубой, васильковый. Нет, спокойный синий цвет. И щипчики для ресничек. Вот такие щипцы. Очень удобные, я им тоже иногда пользуюсь. Бывает иногда состояние реснички в стрессе, что просто их никак невозможно собрать в кучу. То ли спала, как-то подмяла, то ли что. Тогда я пользуюсь этой штучкой. На сухие чистые ресницы поджали, подержали 20 секунд, открываем медленно, отпускаем и сразу красим ресницы. То есть они на время фиксируются, и надо в это время подхватить реснички и покрасить тушью, чтобы зафиксировать результат. Так. Мультифункциональный крем-тон для лица The One Aze. А у меня в руках новинка. Видите, здесь Hydra Matte. Это матирующий и который одновременно увлажняет. Я взяла сейчас эту новинку. И, кстати, сегодня она у меня на лице. Неплохой крем. Я не могу сказать, что я от него прям в бешеном восторге, упала в обморок, бью ножками о пол, говорю, ой, какой классный крем, но неплохой, правда, неплохой. Но все-таки мне больше нравится The One, стойкая тональная основа. Вот, а перед ней я прям вот низкий поклон отвешиваю, потому что она мне реально подходит. Но это тоже неплохой. Смотрите, он хорошо перекрывает, он легкий, невесомый, дает сияние. В общем-то, в течение дня лежит прекрасно.
Если кто-то пробовал, напишите тоже свой отзыв, как вам подошел или нет этот тон. Потому что, вы знаете, у всех разный тип кожи, разный возраст. На ком-то, может, вообще не лег этот тон, а кто-то говорит, вау, вот это вот находка. Потому что, например, у нас есть девушка одна, она про прошлую коллекцию вот для нормальной сухой кожи, она говорит, это просто бомба. Вот, но, как говорится, у каждого свои предпочтения. Крем неплохой. И удобный тюбик. Кстати, заметьте, он такой легкий, тоненький. И что мне нравится, крем не вытекает и сильно не пачкает вот эту вот закрутку, потому что обычно я не могу терпеть такие вот закручивающиеся тюбики из-за того, что все пачкается. В этот раз такого стресса я не переживаю, поэтому спокойно пользуюсь дальше. Один из моих любимых разворотов. Это масло для волос Элио, но здесь достаточно высокая цена. Вот, хотя мы и видим, что практически где-то, наверное, 40% скидки получается, но все равно достаточно недешево. Но это масло, оно того стоит. Если у вас нет времени ждать скидку, то, конечно, надо брать сейчас. Вот у меня три вида масел сейчас. Мое любимое ночное. Сейчас оно у меня в фаворитах. Эта дочка принесла свое масло. Оно самое легкое, потому что это масло-спрей. Видите, у нее тут распылитель, масло-спрей. И у нас одно масло открытое заканчивается. Не написано какое, а какое это у нас масло. По-моему, защитное. Давайте посмотрим. Да. Ага. Это у нас питательное масло для волос. Точно оно третье. Да. Против секущихся кончиков. Вот. И оно тоже мне нравится. В принципе, я их ими могу всеми пользоваться, чередовать то одно, то другое, но это мне больше нравится. После него, мне кажется, волосы мои сухие, изможденные, искрашенные, они выглядят более живыми и легче расчесываются. Я как-то вот это масло очень-очень оценила. И аромат у него вкуснее, чем у желтеньких, потому что у него более богатый состав. Где-то здесь должно быть написано. Может быть, есть. Да, здесь добавили розу и камелию. А здесь только органовое масло розовое и, по-моему, репейный корень в этих маслах. А здесь еще камелия. Путаюсь уже. Не помню, что в каком, но знаю, что классный. Так, ароматы. Долго на ароматах задерживаться не буду. Просто буду говорить, что покупайте пробники и пробуйте ароматы. Потому что, например, вот этот аромат мне очень нравится. Этот аромат, я считаю, он недооцененный. И я его случайно пропустила мимо ушей, так скажем. Потому что сейчас я его вот терла страничку, взяла себе пробник по рекомендации одной из девочек. Мне кто-то вот в комментариях написал, что «Лиля, как вы не пропустили такой аромат? Мне кажется, он вам очень понравится». Вот реально, он мне очень-очень понравился. Я не помню, кто писал, но спасибо вам большое. На самом деле, я даже немножко расстроилась, потому что обычно стараюсь брать новинки, но некоторые пропускаю, уговариваю себя, что у меня слишком много ароматов, не стоит брать. Но вот про этот реально вот сейчас смотрю на него и думаю, какой же он клевый, ну как я могла его пропустить? Так, дальше. Здесь целая коллекция Woman's Collection. Обратите внимание, два аромата отдельных и один аромат в коллекции с лосьоном для тела. И он идет в красивой подарочной коробке к 8 марта. Очень чудесные ароматы, но я вам могу сказать про вот этот вот вишневый черри. Вот он мне очень нравится, очень. Вот этот Мистериал Ут, он, мне кажется, для более взрослых женщин. Такой вот, знаете, как сказать, меня он придавил немножко, то есть тяжеловатый. Вот. Здесь сирень, он не такой вот, как мы всегда говорим, сирень, это просто убийственный аромат. Нет, здесь тоже очень легкий, и за счет сочетания с другими оттенками, там зеленые листья, гелиотроп, эта сирень, она тоже не давит, это не та сирень, как вот у нас бабушки пользовались раньше, что просто как будто куст сирени мимо прошел. А это очень-очень классное сочетание. И, честно говоря, я всегда удивляюсь, почему эти ароматы такие дешевые, как будто они недооцененные. Они достаточно стойкие, хотя цена на них просто, ну просто вот можно все скупить и пользоваться каждый день. Мисс Джордани, вот, кстати, хочу сказать, что есть в них какая-то нотка, я не могу понять какая, которая есть и в Экла Амур.
Экля Амур. Здесь тоже есть эта нотка, и она мне не нравится. Вот я ее из пробника учувствовала, потом не учувствовала, и из-за этого я не могу пользоваться мисс Джордани, потому что какая-то эта нотка, она меня отталкивает. Так, мужской аромат, роскошный позас. Мужская коллекция. Кстати, что дарить мальчикам на 23 февраля? Да подарить им такой набор. Я, кстати, Миша дарила как раз такой набор, по-моему, в прошлом году как раз. И он до сих пор им пользуется. У мужчин такой маленький расход. Они же еще и с линцой. Не пользуются регулярно, а пользуются так, от случая к случаю. Так, здесь у нас тоже для мужчин есть что-то еще не успели заказать к 23-му, то можно прыгнуть в последний вагон и заказать или спрей-дезодорант, или шариковый дезодорант. Здесь у нас гель для бритья. Кстати, классная штука. И есть мужчины, которые пеной не могут пользоваться, они пользуются только гелями. Вот как раз тут есть гель. И тонизирующий шампунь для волос и тела. Вот. Такой нейтральный аромат, не слишком насыщенный, легенький. Ну, в принципе, в целом серия нам очень это тоже нравится. Так, здесь два мужских спрея. Кстати, тоже, даже три мужских спрея, тоже хороший вариант вот для мужчин, особенно, которые любят динамику, такую быстро, все круто, по 100 миллилитров, такие флакончики, они стильно выглядят. Мне кажется, это такой вот, как молодежный стиль, спорт, может быть, да, просто бросил в сумку, достал, пшик-пшик, прям, ну, супер вариант. Так, ароматы мужские пропускаю, пропускаю, пробуем, берем пробники, подбираем по пробникам. А, кстати, вот этот аромат все хвалят, не могут нахвалиться, а он необычный из-за того, что здесь у нас мята, и я его, по-моему, ни в одном аромате мужском еще не встречала. Очень мне нравится Eclat Homme, шикарный аромат, просто волшебный. Так, здесь без скидок, пропускаем, а здесь магия дезодорантов, мужские, женские. Дезодорант нужен всем, и в любое время, да, можно и как подарочек это сделать, ну и для себя тоже выбрать какие-то ароматы. Вот, я тоже смотрю, потому что у меня дезодорант скоро закончится. Надо будет что-то выбрать. Очень мне нравится этот аромат, тоже восточно-древесный. So Fever Hue, такое название. Вот, давайте расскажу вам про эту новинку. Eclat Amour. Я пропользовалась сейчас вот им 2 дня с момента получения. Ну и могу сказать, что у меня этот аромат не вызвал восторга. Однозначно нет. То есть, если сравнивать с другими ароматами из этой линейки Экла, то я думаю, он самый бледный из них, потому что все остальные были настолько вот непредсказуемые, классные, яркие, индивидуальные, то это для меня как-то вот, ну, слишком простой. Вот это мое впечатление. Я не навязываю вам каких-то шаблонов, и что это вот именно так. Может быть, он кому-то очень даже понравился. То есть, я ожидал чего-то большего, вот так скажу. То есть, для меня это аромат такой вот слишком нежненький, слишком такой простой, девичий. Я не могу сказать, что он очень стойкий. Нет, но это туалетная вода на самом деле. Я почему-то думала парфюмерная. Не очень стойкий. Я его слышу на коже спустя несколько часов, но не ярко, так спокойненько, нежненько. А хочется же чего-то такого, чтобы прям сразить наповал и чтобы они штабелями падали, падали, падали. Ну вот, у меня от этого аромата такое впечатление, что никто не упадет, Миша не упал. А может быть, он просто как упал в тот раз еще и не встал до сих пор. Не знаю. Зато вот этот аромат, он точно сногсшибательный. Позис, покажу. Я его люблю сейчас, потому что он мне придает столько силы, и я в этом аромате чувствую себя королевой. Очень мне нравится. И дизайн. Посмотрите, как здорово сделали вот эту вот верхнюю крышечку. Снимать ничего не надо. То есть вот так нажимаем, и аромат вылетает. Дайте мне его капельку прям ощутить. Ах, какие ноты! Закажите пробник. Если не выписывали еще этот аромат, ну, самое время пришло его сейчас вот на весну. Он просто вот создан для того, чтобы сейчас весной раскрыться. Если говорить об новинках последних лет серии Giordani Gold, вот два аромата: Giordani Gold Essenza и Giordani Gold Essenza Sensuale. То есть добавили еще одно слово, сделали маленький флакон, чему я очень рада. Я вообще была бы рада, если бы у нас все ароматы выходили в мини-флакончиках. Я бы их все брала, потому что, ну, нереально использовать целый флакон один за другим. Они выходят каждый каталог. Маленькие, пожалуйста, услышьте нас, сделайте нам малышей вот таких, чтобы мы их быстренько использовали. Если нравится, то повторно заказывали. Так вот, если их сравнивать,
что вот этот аромат у меня вызывает эффект «Вау!» Просто я не могу надышаться, он меня вдохновляет, просто у меня кипит с ним кровь, все чувства королевы и так далее, супер леди и все на свете, то этот просто для меня женственный, спокойный, мягкий. То есть в нем вот этого «Вау!» я не слышу. Я не могу сказать, что он мне не нравится. Нет, мне он понравился. Но если выбирать, то я однозначно, вот видите, я новый флакон открыла, тот у меня закончился, уже третий флакон открываю, и он мне не надоедает. То есть я все время за него хватаюсь, как за спасательный круг, когда мне нужно там в себе разбудить эту супер-женщину, эмоцию и так далее. Он просто вот мой родной, классный, супер. Ну и тот и другой интересен. Кстати, у этого интересная крышечка, смотрите, тут пипетка, и просто так мы трогаем кожу, и капелька выходит на кожу. Потом закрываем, опять пипетка наполняется, опять открываем, и оттуда выходит аромат. Ну, он неплохой, но этот, мне кажется, круче. Так, быстренько пролистываю, потому что есть отдельное видео по ароматам, и все равно нужно свое впечатление собирать, хотя бы из пробников. Помада The One Color Obsession. У меня два оттенка сейчас. У меня, кстати, есть еще вот какой-то темный, по-моему, черничные ночи. Но я его отставила, он мне с рыжими волосами абсолютно не идет. Это какая-то порнография просто. Дешевая эротика. Убрала ее и... А, я ее кому-то подарила. Все, нет ее у меня, я ее отдала девчонке. У меня есть две помады. Во-первых, смотрите, мне очень нравится прозрачный колпачок. У меня они стоят, я сразу вижу, где какая. То есть я взяла и пользуюсь. Помада лежит на губах потрясающе. Вот это моя любимая тоже помада. Это более яркая, кстати, тоже на видео меня с ней можно часто увидеть. И это тоже... Сейчас скажу по названиям. Здесь у нас, сейчас скажу точно, что, девяточка, земляничная поляна и гранатовый браслет. Где он? Или вишневая бомба? Гранатовый браслет, по-моему, да. Вот они рядышком, и тут они у меня рядышком, и смотрите, как они лежат. То есть это легкая, насыщенная помада, ухаживающая. У меня к ней просто вот одни знаки восклицательные и никаких вопросов. Просто супер классная помада. Побольше бы нам таких. Так, дальше. Бальзам, мультифункциональный бальзам Азе, который стоит безумных денег, и я не могу сказать, что этот бальзам мне нравится больше, чем его предыдущий BB бальзам. Даже нет, даже я могу сказать, что он не дотягивает до него, хотя здесь SPF 25, у него приятный оттенок, у того тоже был приятный оттенок, я взяла персиковый, но у меня даже на этот бальзам есть один неприятный отзыв, девочка не смогла им пользоваться, то есть ее какая-то прогорклость, и, ну, короче, что-то неприятное, я ей посоветовала вернуть его обратно по претензии и больше не заказывать. Вот, так что могу сказать однозначно, я его повторять не буду, восторга нет, ну, допользуюсь, конечно, раз уже взяла, тем более он такой дорогой, а может быть, летом он меня как раз и спасет, SPF 25, я буду его красить просто на улицу, на пляж, потому что губы защищать нужно, ну, вот, буду его рассматривать как просто солнцезащитное средство, симпатичное. Так, далее, помады, блески, вот такие стойкие, написано, что текстура не липкая, но я этого не заметила. Кто-то пишет, что да, действительно не липкая, у меня липкая. Я не знаю, что мне два попались и оба липкие. То есть обычный блеск, ничего я в нем особенного не вижу. Он очень симпатичный, вкусненько пахнет. Но это у меня вот, который блестючий самый. Сейчас скажу, какой оттенок, чтобы вы понимали то, что мы пробуем. Сияющий розовый, вот он, предпоследний, троечка на конце, 773. А здесь у меня... Сейчас скажу, какой глянцевый бежевый 66. Глянцевый бежевый. Ну, они у меня липкие на губах абсолютно. Я их и красила, и ждала, когда высохнут, и так и сяк. Ну, нет, липкие. Вкусные, прикольные, очень нежные оттенки. Особенно мне вот этот нравится, глянцевый бежевый. Я его обожаю. Но ничего фантастического я в них не нашла. Поехали дальше. Так. Классная штука, тени для бровей. Вот такие вот здесь крутые тени. У меня, правда, здесь синяя коробочка, а сейчас они приходят в черный. Но начинка та же самая. Здесь есть тайничок, в котором лежат две кисточки, два оттенка теней и один воск. Воск, чтобы закрепить результат, чтобы зафиксировать брови, уложить их, придать блеск.
два оттенка очень удобно, что мы можем брать либо один темный, если у вас темные брови, либо темный смешать вот так со светлым, и они будут уже другой оттенок, либо один светлый, то есть то, что вам нужно. И зачастую бывает такое, что у кого-то остается или только этот цвет, или только этот, то есть используется. Это не очень хорошо, я думаю, что их можно было бы разделить, а с другой стороны. Просто нужен еще один промежуточный вариант и сделать три разных палетки, вот, чтобы не пропадал продукт. Далее я вам покажу вот такой ультрачерный маркер, у которого все хорошо, как бы он долго-долго не сохнет. Так, где показывать буду? Вот здесь. Но я его оставила для того, чтобы показывать. Но у него очень толстый стержень, и безумно неудобно подлазить вот на веко, чтобы сделать тонкую стрелку. Потому что я обычно такие вот толстые стрелки я не крашу. А он действительно очень хорош именно для таких вот масштабных проектов, когда мы делаем какой-то вечерний макияж или а-ля там 70-е или 80-е. То есть вот, а для обычной жизни, для обычного макияжа хочется сделать тонкую стрелочку, просто подчеркнуть верхние кучу ресниц, слова забываю. Вот, из-за этого он мне не понравился, то, что толстый, но то, что он долгоиграющий, это да, я отметила, что он достаточно долго мне прослужил. Так, что еще покажу? Кисточку. Вот, многие спрашивают, чем же красить гелевую подводку Giordani. Вот такая изогнутая кисть, очень удобная кисточка. И ее также помыть можно, она вот у меня сейчас грязная, просто я ее красила стрелки и бросила, просто не помыла, как поросенок. Вот, классная кисточка. Я когда ее увидела, что она такая изломная, думаю, что это? Зачем? На самом деле, очень удачный изломчик они сделали. Удобнее красить ресницы именно вот с таким изгибом, чем вот ровный подлазить. Ну, все познается, как говорится, при тестировании. Вот такие тени Кайал я никогда не брала и не возьму, потому что для меня непонятно, как их красить, когда острие точится, то есть либо какой-то кистью, что ими делать, я не знаю, я не хочу таких заморочек. У нас море классных продуктов, которые не нуждаются в каких-то сверхподходах. Например, вот есть карандашики. Где они у меня? Карандашики, отзовитесь. Вот они. Вот, например, карандаши. Коричневый покажу и светлый. Ну, кстати, у меня еще есть черный, я просто его не нашла. Светлый для того, чтобы высветлять и делать такой макияж, как он называется, Smoky Eyes, коричневый. Восхитительные карандаши, тоже мне они очень нравятся. Мягкие, стойкие, легко красить ими стрелку. Когда точишь, они не крошатся. Классные, потрясающие карандаши по очень приемлемой цене обычно. В этот раз 319 это не дешево. То есть они бывают и менее 200 рублей иногда в каталоге. Так что я могу сказать, что эта цена не очень выгодная. Так, дальше. Что я еще вам могу показать? Точилка. Точилка. Точилка, да. Респект и уважение этой точилке. Она очень удобная. То, что здесь есть крышечка. Вот это есть такая шпажка, чтобы прочистить, если забилось что-то карандашом, то есть она потрясающе долго служит, удобная, классная, долговечная. Вот все, что можно про нее сказать хорошего, я говорю, что она очень хорошая. Так, как ее сделать? А, вот так. Она очень хорошая, надежный друг и долго-долго служит. Все, потом застегну как следует. Так, ценю ваше время драгоценное. Карандашики. Все-таки я повелась и купила себе один оттенок, вот этот хрусталик. И я им довольна прям, вообще довольна. Мягкий-мягкий, он как шелк. Вот просто прикоснулась и все, он здесь. По нему прекрасно ложат сухие тени. Я им внизу подвожу вот эти уголочки, тут вот высветляю. Здесь, ой, какой он хорошенький, ласковый, нежный друг. Вообще мне эти карандаши все очень нравятся. Так, далее, объемная термосмываемая тушь. Вот такая она у нас вся стертая. Стертая эта дочка пользовалась. До дыр прямо стерла. Я оставила, чтобы показывать кисточку. Она пушистая, объемная, делает хорошие пушистые длинные ресницы. И она смывается просто теплой водой, снимается с ресничек, как одежда. Обалденная тушь, прям тоже рекомендую. Следующая тушь мультифункциональная. Ох, ну и цена у нее не дешевая, я бы сказала. Тоже прикольная тушь.
Она сделана очень интересно, то что кисточку можно вынимать через верхний колпачок или через нижний. И в зависимости от того, через какой вы вынимаете колпачок, либо на ней больше туши, и она более дает больше объема, либо она более чистая и дает длину и распахнутость глазкам. Ну, интересно, конечно. Я тоже брала такую несколько раз, пробовала, но больше мне нравится сейчас с такими вот пластиковыми кисточками. Далее палетка для контуринга. У меня тут уже, можно сказать, все, крах палетки, хайлайтер практически на исходе, у меня остался бронзер, румяна, но я уже заказала себе новую палетку, не знала, что будет такая большая скидка. Смотрите, бронзер, такой спокойный, красивый цвет, ни в красноту, ни в рыжину, то есть нормальный коричневый оттенок. Хайлайтер просто бесподобен, он с розовинкой, я его так активно использовала, я его не ела, но его тут нет. И приятный оттенок румян. И я иногда делаю, вернее, я всегда так делаю, я кисточкой вот так беру, кистью, и вот так вот везде, тут, потом так постучала и начинаю наносить румяна. То есть они все цвета перемешиваются, и получается очень-очень красивый оттенок. А хайлайтер еще вот это сияние добавляет, и просто мне нравится. Зеркало тут большое, удобное. А сзади есть шпаргалка, как, куда наносить, какие оттенки. Короче, супер клевая штука, классная. Кремовый хайлайтер тоже покажу, но у меня больше популярен вот этот вот сухой, потому что кремовый надо взять тюбик, открутить, взять капельку, начать наносить на какие-то места. Мне все удобнее делать кистью по-быстренькому, жужжужжик и готово. Поэтому после того, как появилась эта вот палетка, я перестала пользоваться практически вот этим тюбиком, хотя он тоже мне очень нравится, у него такое приятное розовое сияние. Супер просто. Поэтому, если вам нужен только хайлайтер, то однозначно берите только вот этот тюбик. Тем более, в этом каталоге на него хорошая скидка. Так, здесь что с этой стороны? А у меня как раз сейчас нет такого тона. Это стойкая, матирующая тональная основа для тех, у кого жирная кожа. И, кстати, тоже неплохая кисть для нанесения тона. Так, здесь как раз вот держу кисть для контуринга, но она у меня используется как кисть для румян. И для пудры. Я так ее люблю, что сейчас ей все-все-все делаю. Надо ее постирать, кстати, она у меня что-то уже несколько дней грязненько. Так, это я убираю классной кисточкой. Дальше. Средство для снятия макияжа. Вот у меня это средство макияж совсем не снимает. А я люблю только двухфазную жидкость. А вот моя дочка, наоборот, любит это средство, говорит, оно хорошее. Ну вот, каждому свое. А здесь у меня еще есть вот такая палетка маскирующих средств, палитра маскирующих средств. Тоже активно ей пользуюсь регулярно. Вот этот вот розовый оттенок я перекрываю им все, где синие венки. В основном это около вот здесь глаза, между носом и глазом, там обычно венка проходит. Бежевым оттенком я перекрываю пигментные пятнышки. А здесь пудрой я и не пользуюсь. То есть для меня это бесполезный продукт. В данном случае лучше бы было больше этих продуктов, либо убрали пудру и сделали чуть дешевле. Потому что здесь мне пудра совсем как бы не интересна. Средство очень крутое. Когда закончится, сразу же его закажу. База под макияж. Эта база, она белого цвета, ее наносишь, когда на лицо, то это просто вот все сияние, просто оно все переливается, как перламутр. Сверху наносится тон, и это сияние все изнутри делает такую подсветку, что кожа выглядит просто какая-то просто вообще нереально красивая. Но себе я такое еще не брала, но вижу регулярно на своем партнере, и мне нравится. Я жду, может быть, когда-нибудь будет скидка побольше, потому что мне, например, жалко отдавать столько денег. Я не буду пользоваться регулярно этим средством, а иногда по праздникам как бы... Вау! Увидела эту страничку и сказала, вау, сколько оттенков нас ждет в новой тональной основе. Будет адаптивная тональная основа с SPF 30. Так. Чем она хороша? Ну, покажите мне описание. Умное увлажнение, 30 часов стойкости, нам столько не надо, защита от солнца и адаптация. Адаптация это для меня значит, что тон будет по цвету кожи подстраиваться. Зачем тогда так много оттенков, интересные оттенки. Надеюсь, что нам привезут в бизнес-центр все, и я их буду пробовать, тестить и выбирать самый подходящий.
Ну, конечно, цвета просто супер. Здесь столько холодных, теплых, нейтральных. Супер, девочки, мы просто с вами каждым днем будем становиться еще красивее и красивее. Так, по поводу ногтей. Покажу вам парочку лаков. Хотя в этом каталоге на лаки какая-то заоблачная цена, 219 рублей. Это просто фантастика какая-то. Я их обычно беру по 159, 179. Ах, ах, не могу открутить крышку. Что скажу про этот лак? Это мой любимый лак. Из всех, которые я пробовала в Oriflame, это лучший лак. Он и стойкий, он и красивый. На чем вам показать? На каточек один испорчу. Уже старенький у меня. Смотрите, как красиво. Но это уже все подсохший элемент. Надо его использовать быстренько на педикюр, например. Ой, ну как он мне нравится. Зато как он сложно стирается из этих блесток. Обалдеть просто. Больше всего мне нравятся такие гладкие цвета, без блесток таких вот специальных, потому что их тяжело стирать. Но они бесподобно красиво смотрятся. То есть такой эффект, как будто просто сделали покрытие гель-лаком. Даже профессиональные маникюрщицы не могут понять, что это обычный лак. То есть они говорят, да не врите, у вас же маникюр уже сделан гель-лаком. Ну нет, мы никогда не врем, мы всегда говорим правду. По поводу дополнительных средств, у меня любимое средство, я его использую как базу под лак, хотела сказать под макияж, укрепляющее покрытие для ногтей, тоже высокая цена. Что-то в этом каталоге цены какие-то непривлекательные, куда ни посмотрю, не нравится. И покрытие сушка тоже всегда беру, когда с большой скидкой просто беру несколько флакончиков такого и такого. И я от них никогда не откажусь, потому что благодаря этой сушке реально, ну, лак сохнет очень быстро. А для меня, для человека, который постоянно в движухе, это единственный вариант не смазать маникюр, а просто так покрыть сверху лак. И он буквально прям вот через минутку-две уже он высохнет. То есть намного в разы быстрее, чем если просто сушить естественным путем. Так, пока сохнет, мы посмотрим дальше, какие еще интересные предложения. Да, конечно же, карандаши Giordani Gold мне нравятся. У меня к ним нет никаких претензий. Покажу коричневый. Вот, кстати, здесь коричневый, здесь. Они по цвету практически одинаковые. Ну, коричневый он и в Африке коричневый, хотя у коричневого 50 оттенков, как у серого. Нравятся мне карандаши Giordani. Очень нравится для бровей карандаш. Он удобен, то что с кисточкой сразу расчесал, прокрасил. Вот такой у меня темный оттеночек для бровей. То есть он уже жестче, чем карандаш для глаз. И вот такие вот бровки можно подрисовать. Потом, что удобно, этой кисточкой можно растушевать, прям в волосиках распределить и снять, если где-то лишнего там бывает, мазнуло. Все снимается этой кисточкой. Очень удобный карандаш. Когда закончится, я просто сразу закажу новый. Даже без вопросов. Пробовала я такую подводку. Когда закончится моя сейчас колорбоксовская, еще старенькая, я сразу закажу именно эту. Очень удобная кисточка, и она стойкая, эта подводка. А тени такие я не пробовала. Поэтому не рассказывать. Так, что здесь у нас? Пудра и контурные карандаши. Есть карандаши. Вы знаете, может быть, мне не повезло, а может быть, повезло. Вот красный карандаш MAC. Он идеальный. Он идеальный на губах, он так же, как и на руке. Просто зачастую бывает, знаете как, на руке рисует хорошо, а на губах потом не рисует. Есть кисточка, кстати, можно потом помаду накрасить, но я не пользуюсь. Мне пока не нужно. А вот розовый карандаш, роза, с ним мне не повезло. Он на губах очень плохо рисует. Ну, и еще хуже рисует вот этот Гарденья. То есть его вообще не свести на губах. То есть, если на руках он еще как-то проявляется, там, да-да-да, то на губах он вообще нет-нет-нет. А тут и хотелось бы еще, чтобы он был более нюдовый. И здесь прям видно, что он с рыжинкой. То есть, более нужен спокойный оттенок в серии Giordani Gold. Если меня смотрит кто-то, кто-то донесет наши пожелания, я буду просто счастлива. Так, и компактная минеральная пудра тоже хороший продукт.
Тоже хорош. Еще и с солнцезащитным эффектом. Так, а вот здесь у меня нет ни одного продукта, чтобы вам показать, но есть видео отдельное на карандаши для глаз, вот из этой серии, двухсторонние для глаз. Кстати, вот последний мне не понравился, он только на руке рисует, на глазах совсем не рисует. Найдите видео у меня на канале, есть прям обзор подробный с новинками. А подводка мне тоже кисточка не понравилась. У нее только кончик мягкий, а здесь вся она жесткая. То ли к ней приспособиться просто нужно. Я один раз ей попробовала, поняла, что мне неудобно, и отдала ее подружке. Так, дальше. Матовая помада тоже на меня не произвела впечатления. Смотрите, на канале есть обзор, где я все эти помады пробую. И вот все они мне не нравятся, вообще не понравились. Карандаши не брала, ничего не могу сказать. Так, далее, кремовая помада. Вот они у нас сверху кремовые. И это будет новинка у нас. Нет, это не новинка. Мы уже их во втором каталоге, по-моему, пробуем, да? Да. Точно. А почему написано, что новинка? Ну ладно, очень понравились. Так, и здесь у нас оттеночные бальзамы. Тоже я их пробовала, тоже понравились. Мягенькие, очень вкусно пахнут. Такие приятные бальзамчики. Ох, уже запуталась, столько новинок, не успеваем за ними. По поводу лаков, бесподобно красивые цвета, но они маленькие, 5 мл. То есть, если вы любите быстренько использовать и выкинуть, и цена здесь хорошая. Кстати, вот этот аметист очень похож, мне кажется, вот с этим лаком. Все, он высох. Вы видели, какой толстый слой, старый лак. И вот он моментально высох уже. Я спокойно его трогаю, вот прям вот мну, и он сухой. Благодаря сушке. Так, лак для ногтей очень понравились. Два оттенка, вот эти сакура и голубика. Роза слишком яркий, мне кажется, летом он будет хорош, но я его пробовала на свою синюю кожу. Мне вообще не понравилось. А вот эти очень симпатичные лаки. И хорошо быстро сохнут. Так, здесь у нас ждут новинки, и в принципе вся коллекция аксессуаров обновляется. Я надеюсь, что тоже мы все попробуем, нам все хотя бы что-то привезут. Да, я сейчас расскажу, что на меня произвело особое впечатление. Ежедневник за 500 рублей. Это убийственная цена, честно говоря. Так, идем. Очень мне понравилась эта сумка. Я так понимаю, что она вот закрывается на этот клапан, а внутри косметичка с лимонами. Лимонами наполненная косметичка. Ее можно и отдельно носить, как сумочку, потому что здесь вот есть для ремешочка такие крепежи, и вот тут я вижу на рисунке, что можно прикрепить ремешок, то есть снять отсюда, прикрепить сюда. То есть две сумки получается. Но, они меня просто убили, потому что я о такой сумке мечтала. Ну почему ее выпустили только сейчас? Хорошо. А вот эта сумка, внешне красивая сумка-торба, но по моему опыту могу сказать, что это очень неудобно, когда вот надо каждый раз растягивать ремешочки, лазить там искать, потом опять стягивать. Для меня это просто катастрофа. Симпатичный шарфик. Очень симпатичные очки, прям очень. И очень хочу их померить, потому что для меня очки покупать без примерки очень опасно. Интересные тут всякие побрякушечки какие-то. А вот это меня сначала испугало. Я думаю, о, что это за чудовище? Да, вот такое лопастое. А потом, когда я просто представила в другом образе, просто мне здесь не нравится образ у девушки, как будто бы хочется более легкое что-то. Ну, может быть, неплохо, но хочется, может быть, волосы распустить, волны какие-то к волосам добавить. А здесь как будто вот она просто сидела дома, на нее одели вот все это, ну, как-то недоработанное. И я представила, что, в общем-то, если поменять девушку или эту приукрасить, переодеть, то будет, в общем-то, даже и, может быть, и интересно. Ну, надеюсь, увидим в оригинале. Так, дальше. Многофункциональный CC-крем. Очень хороший продукт. Очень. Он против пигментации с SPF 20. Я его тоже несколько раз брала, и дочке брала. Обалденный крем. И удобный тюбик неплохой. Так, уход за лицом. Можно я его немножечко пропущу? Я скажу в двух словах. Эта серия против пигментации, она эффективна. Она реально работает, она убирает пигментацию, потому что я сама два раза уже благодаря этой серии убрала нежелательные пятна с лица. Очень эффективная. Дальше.
тут очищение отдельно. Серия Novage. Вот про Novage я хочу сказать вам, ребят, ну смотрите, прям вот нашего специалиста по продукции, как же правильно говорить, Наталья Раткевич, наш тренер по продукции, вот, как она классно рассказывает про Novage, то есть очень подробно, качественно. У меня тоже на канале есть немножко видео про Novage, когда я только купила новинку, можете посмотреть, как я пользуюсь, прям на экран показываю, как я умываюсь, наношу крема, сразу передаю свои ощущения. Это моя любимая серия, она действительно эффективна. Да, глядя на меня, понимаю, что она эффективна, потому что в 45 лет моя кожа выглядит достаточно достойно, учитывая, что я не хожу к косметологам, а пользуюсь только средствами Oriflame. Далее, эта серия для более молодой кожи True Perfection. Здесь у нас Ultimate Lift, тоже люблю эту серию. Особенно мне нравится в ней запах, консистенция кремов. Она отличается от коллагена, но эта серия дороже, прям на порядок дороже. Эту серию я еще не пробовала, хотя даже пробники себе выписала, хотела попробовать, но забываю. И еще одна осветляющая серия. То есть есть серия за 6000 осветляющая, есть по более доступной цене. И та эффективная. Так, ух ты! Вот это да! Я не видела этого продукта. Это новое очищающее масло для умывания Novage. Это сюрприз. Без задушек, красители минеральных масел. Так. Одним нажатием мы отмеряем порцию масла, наносим на сухую кожу, а затем мочим ручки и нежно втираем масло до тех пор, пока оно не превратится в белую эмульсию. Затем смоем теплой водой, используя утром и вечером. Для большего эффекта можно тоже использовать обычное очищающее средство после масла. Вот это да! Вот это неожиданность! Хочу попробовать! Я же маньяк! Все, что касается кожи и Novage, это всегда я должна пробовать. Двухфазный пилинг. И спрашиваю, девчонки, эффективно или нет? Да, эффективно. Я пользовалась. Еще раз надо пропользоваться. У меня даже есть. Я только полкурса использовала. Так, крем-скульптор. Сейчас пользуюсь. Мне нравится. Реально классная штука. И она должна быть всегда в каталоге у нас. Так, защитный крем для лица. Шикарный аппарат Skin Pro. Я, кстати, рекомендую его брать со скидкой 50%, если вы в премьер-клубе. Интенсивный антивозрастной крем. Вот он у меня, крем этот есть. Ну, хороший крем. Я не могу сказать, что прям я от него без ума. Но я не пользуюсь им каждый день. Я то одним, то другим. А вообще про него написано, что он убирает вот эту вот пигментацию. У меня вот на руках есть легкая пигментация. Надо бы пропользоваться. Ну, сказать, что я прям в обморок падаю от этого крема, я не скажу. Да, он приятный, да, он хороший. Да, мне, в принципе, крема в Oriflame нравятся для рук. Они все у нас классные. Все эффективные, кожу размягчают, разглаживают. Ну, вот я им пользуюсь так вот на ночь мажу, так вот, чтобы погуще, пожирнее. Думаю, там эффект будет ночью круче. Так, дальше. Все, у нас Optimals продолжается. Удобно, что Optimals это целые комплексы. Серия Essentials. У меня бальзам. Только бальзам и маску взяла попробовать, а от бальзама я пищу. То есть, если вот от этого у меня нет такого восторга, ну нету восторга, правда, а то от этого, да, кайф прям. Такой мягкий, такой жирненький. И он без запаха практически. Что-то вот как будто бы нотки какие-то сладенькие я чувствую, но не такого, чтобы я там чувствую. Наверное, масло канолы я чувствую, потому что я вот вижу здесь в составе масло канолы. Очень приятный бальзам, и за такие деньги просто супер. Надо брать. Я, кстати, еще заказала. У меня очень популярный среди клиентов универсальный большой крем, который идет для лица и тела. Вот берут у меня прям пачками по два в руки. Так, дальше. Защитный крем для лица в тюбике и защитный бальзам. То есть я вот, по-моему, его брала, но я не помню, понравился он мне или нет. Если не помню, значит, либо не брала, либо не понравился. Скорее всего, не брала, потому что вот я не помню, чтобы этот тюбик у меня мелькал в руках. Не помню. О, классная вот эта штука. Это маска-пленка черная. Мне она нравится. Я себе взяла прям ее с запасом.
Она идет с углем, хорошо очищает поры. И вообще кожа ровненькая такая, чистая после этой маски. Супер. А Pure Skin – это молодежная серия уходовая. Особенно, когда начинаются подростковые проблемы, прыщики, воспаления, то в помощь вам вот эта серия. Так, Королевский бархат. Тоже любимица у многих. Это у нас серия непростая, да? А золотая. У меня есть капсулы, я вот их уже показывала. Я их никак не использую. Не могу сказать, что у меня от этих капсул восторг, хотя они по составу очень крутые. И надо смотреть, да, если по финансам позволяет, то вот дополнительные средства к комплексу всегда нужно привносить в свое меню уходовое. Вот я периодически то капсулку сделаю, ночную маску обожаю на Вейдж. Вот, и все равно буду брать периодически то одно, то другое, потому что классно это. Так, что здесь на серии Эко Бьюти? У меня, кстати, есть остаточки маслицы, немножко еще остались оливки здесь, оливковое масло. Вот это шедевр. Серия на 95% из натуральных компонентов, одобрена организацией Экосёрт. То есть это что-то вообще с чем-то уникум. Это гордость нашей компании, и об этом надо всем говорить, что у нас такая есть серия. Бесподобный дизайн, в каждом флакончике разный состав травяной, то есть они не повторяются, и это очень круто, конечно. Ну, какие повторяются, конечно, но это очень круто. Приятная продукция во всех отношениях. Спрашивали про триммер. Он очень хороший, я что спрашиваю, если он вам нужен, берите, классный. И я думаю, в первые дни каталога его сразу разберу, как показывает практика, он улетает в момент. Триммер, да, нужен, у меня такой есть. Пробовала я напиток Aqua Glow, вот я какого-то особого такого эффекта не увидела, что прям у меня все разгладилось, и там, ну, то, что кожа стала более свежая, розовенькая, я к Новому году как раз пропила этот курс, я заметила, да, и мне он очень по вкусу понравился, но цена такая у него кусачая, то, что я буду, на следующий раз я его возьму к своему дню рождения, то есть это я буду пить его в конце апреля, начну и до 17 мая, 17 мая, к дню рождения я должна же выглядеть круто, вот, поэтому будем усиленно пить Wellness, коктейли, белок, да, протеин и все, что здесь есть. Это мои любимые продукты в Oriflame. Без них я точно никуда. Так, а здесь у нас пена для ванн. Кстати, по интересной цене 300 мл 159 рублей. Вот у меня есть такая ванилька. Красивенькая, хорошенькая. Но я, знаете, я такие брала на подарки. Вот одну себе оставила. Такой хороший подарок, красивый. Вот к 8 марта прям супер. И многие же пенки любят. Это балдеж. Так, у нас здесь солевой скраб, я его не стала брать. У меня такая баночка, уже вторая заканчивается. Кстати, видите, победитель конкурса Glamour 2018 года. Я вам покажу маслица. Где-то она у меня тут. Где масло? Пропало. А, вот она, вижу. Вот, масло Swedish Spa, тоже для ванны его используется. С ним кожа становится еще мягче, приятный аромат такой морской. Очень суперский. И, в принципе, эта серия, она из для меня как, не знаю, как сказать, ну, не роскошь, конечно, но она одна из самых таких вау. Когда ей пользуешься, чувствуешь себя прям как будто в салоне, балдеешь. Следующая серия масла Дар Афродиты. Вот такая бутылочка. Очень приятное масло с приятным нежным ароматом. И гель для душа. Где у меня гель для душа? Вот, смотрите, гель с точно таким же ароматом, приятно раскрывается, ничего в нем особенного нет, вот как все орифлеймовские гели, они все у нас классные, приятный, хороший гель. В обычной бутылочке у нас такая форма уже, не, ну, давно уже такая форма, приятный, хороший аромат, такой сладенький, нежный, просто вот, ну, хороший. Дальше. Поставить некуда. Так, здесь у нас дневной и ночной крем мёд и молоко. Здесь все для тела. Скраб мой любимый, медовый. Ну, не прям любимый, но вот в Oriflame скрабы мне очень нравятся. Медовый и спа. Я их просто обожаю. Крем для душа. То есть это купаемся и сразу увлажняем кожу. А это мерцающее масло для тела.
Кстати, я его не брала, и никто мне не написал, как вам это масло и зачем эти мерцашки нужны, как вы им пользуетесь. Обалденные мыльцы, все классные. Особенно мне нравится кокосовая вода и дыня, мой любимый. Клубнику очень люблю. Здесь у нас масло с авокадо для волос и тела. С ним также и ванну можно принимать, и массаж делать, и волосы напитать. У меня дочка особенно это масло прям обожает, на волосы его использует. И у него такой зелененький запах авокадо, такой прям вкусненький. Лосьоны для тела суперские. Я вот этот часто беру, лосьон с дыней, потому что мне очень нравится консистенция, он такой легкий, питательный. Вот летом вот просто обалденная для лета продукция. И запах вкусный. Гели для душа Витаке. Вот такие вот флакончики. 250 миллилитров. Но видите, он такой, таким малышом смотрится, на самом деле, из-за этой вот формы, как йогурт. Хороший гель. Приятный, нежный. Очень вкусно пахнет. Я люблю вот цитрусовый больше всего. Апельсиновый. Бодрящий апельсин. Он, правда, пахнет, как будто режешь апельсин. Спелый такой, сочный. И вот то же самое происходит в душе. Ну, не могу сказать, что вау, прям волшебство, обычный гель. Может быть, я избалована уже, потому что все гели в Oriflame мне нравятся. Вот этот обалденный запах, для меня, по крайней мере, он такой прям экзотический вкус, очень экзотический. Хорошие крема для рук. Очень качественные, такие сытные ручки с ним, сытенькие становятся, напитанные, обалденная крема. А вот тут меня цена просто убила наповал. То есть, если обычно мы берем их за 89 рублей, то здесь они по 149. Алло, что случилось? Вот у меня кокосовый крем есть, клевый кокосик. Они вот все крема одинаковой консистенции, вот эти три. То есть, они такие легкие-легкие, вот он. Легенький, но он не течет, то есть это не жидкий лосьон, хороший крем, и он, видите, такой тающий, легкий, приятные такие. Вот я им в день несколько раз мажусь, потому что я дома работаю, я в основном все подбежала, что-то посуду помыла, что-то приготовила, туда-сюда, постоянно что-то в контакт с водой, а так как кожа очень сухая на руках, то у меня крем уходит прям вагонами. Клевый, пахнет так вкусно, прям кокосом. Я набрала себе этих кокосов по 89 рублей еще. А вот этот обожаю крем. Он какой-то необычный, он с силиконом и глицерином. Вот очень хороший. Если вы действительно много в воде возитесь, то вот его надо, конечно, брать. Так, восковые полоски для депиляции. Подтверждаю, работают, выдирают волосы, но не все. То есть, если волос грубый, жесткий, то нет, не выдирает. Так, интимный гель для интимной гигиены. Один со скидкой. Тоже подорожали все гели. И далее. Крем для лица и тела с миндалем тоже обожаю. Шампунь и кондиционер для всех типов волос. Вот только-только достала бутылочку, надо открыть. Раньше уже просто брали, и я уже знаю, что он хороший. Все запломбировано, видите, вот так пломбочку отрываем. И пользуемся. Хороший, классный шампунь. Мне все в нем нравится. Вот, открыла, буду пользоваться. Так, дальше. Уже подходим к концу. Вот мой любимый шампунь-кондиционер. Особенно кондиционер для сухих волос. Кстати, смотрите, премия «Домашний очаг Beauty Awards». О, как приятно, что эта серия получила такую премию. Ну, как это, признание, да, признание. А я их очень люблю. А вот для окрашенных волос и две расчески. Кстати, многие пишут вот по поводу щетки для распутывания волос. Вот, ребят, вот знаете, она, конечно, не волшебная, и если волосы уж совсем прям запущенные, то тоже будет драть. Но если сравнивать с массажкой, то она намного круче расчесывает. Все распутывания я спасаю сейчас вот именно ей. Она лучше в разы расчесывает, чем массажка. Поэтому стоит взять. И, кстати, кто-то пишет, фу, фигня. Нет, не фигня. Классно, все хорошо. Так, крем для ног с тыковкой покажу. Слушайте, ну для меня он почему-то пахнет апельсином. Представляете? Я в нем чувствую, когда наношу прям апельсин. Апельсин, знаете, какой интересный. Он очень-очень густой. Тут помажа. Очень ароматный. Такой приятный прям. А, пахнет вкуснейше просто. Для меня это самые любимые нотки, где есть цитрусовые ноты. Откуда в тыквенном креме цитрус, я не знаю, но я его тут слышу. Либо это такая тыква, которая запеченная там сахаром, и из-за этого она
преобразилась. Так, что здесь у нас тоже все для ног. Есть скраб, крем антиперспирант. Кстати, на лето классно. Есть дезодорант антиперспирант. Вот у меня здесь 250 миллилитров, а здесь будет 150. Тоже очень эффективное средство. У кого ножки потеют, отекают, то дезодорант в этом помогает замечательно. У кого варикоз, тоже хорошо помогает. Облегчает прям ноги значительно. Так, смотрите, здесь комплекты. Зубные пасты и щетки. Ну, достаточно хорошая цена. Вот я просто смотрю по сумме, что ну, чуть больше 200 рублей – это нормальная цена, не завышенная. Здесь мой любимчик. Мой любимчик – это бальзам для губ. Он пахнет клубничкой. Он тоже такой же жирненький, как вот этот бальзамчик. Вот, кстати, из этой серии «Русалочка», из детской серии, она не такая вот жирненькая, но пахнет прям… Ой, прям живая клубника. Вот этот я всегда буду заказывать, потому что мне он очень нравится. И два, если берешь, то цена 99 рублей. Все, мы заканчиваем. Детские серии пошли. Ароматы, мыльцы детские, дезодоранты, спреи. Я, кстати, почему-то люблю шариковый, я спреем не пользуюсь. А мама у меня наоборот, я его такой всегда заказываю, она у меня любит спреи, ей нравится. Здесь у нас целая полка. Гелий для душа, любой вкус, какой вы хотите, и с отшелушивающими частичками, и крем для душа, какой на вас смотрит. Рекомендую щетку для тела, замечательный продукт. А здесь целая выставка шампуней по 169 рублей, тоже на любой вкус, какой вы хотите. Здесь читайте внимательно описание, то, что вам подходит, такие заказывайте. А вот тут новинка с энергией фруктов. А это очищающее средство у нас, тонизирующее, очищающее средство. Далее, обновляющий тоник, и формат у них по 150 миллилитров. Даже вот здесь 125 в очищающем средстве, в тонике 150, а гель для лица полноценный 50 миллилитров, как обычный крем. Но здесь надо брать два, по два продукта, тогда будут скидки по 169 рублей всего, не 209, если один берете 209, если два, то каждый 169, конечно, выгоднее. Аромат просто бомбический, вот абрикос и апельсин вместе, это же просто сказка, можно потереть страничку, кстати, уже терла, и очень мне понравилось. Так, здесь у нас для более такой чувствительной сухой кожи, с ягодами годжи и органическим овсом серия. Я люблю эту маску. Уже вторую заканчиваем. Очень нравится. Питает так кожу классно. Шикарные средства для ухода за телом. Это мыло, гели и лосьоны. Тоже, ну, если сказать честно, то это моя любимая серия, но она не дешевая. Да, мне очень нравится, но не всегда можно, да, тем более расход очень большой этих средств, но иногда балуем себя. Так, здесь у нас новинки. Вселенная меня услышала. И шампунь, и бальзам для волос, мед и молоко вышли в новом дизайне, который мне очень глянулся лучше. Упаковка намного симпатичнее, чем была до этого. Такая обтекаемая, приятная форма. Ну, приятно, правда. Я люблю, когда бутылочку берешь в руки, она красотка. И маска для волос. Еще тут шапочка прячется для волос, интересно. Так, а здесь у нас два набора. Один у нас Divine Royal. У меня есть вот этот лосьон, забыла взять этот крем для душа, тоже пользуюсь сейчас им. Лосьончик такой приятный, мне очень нравится запах, такой клевый аромат. Уже не знаю, куда мазать, давайте вот с этой стороны. Такой хороший, классный лосьон, он парфюмированный, есть такой же аромат, то есть можно парфюм заказать, и вот эту всю серию будет вообще кайфово. Каштан у нас уже был ранее, я брала эту серию, даже два раза, два набора использовала, и вот после второго уже туго шел, поднадоел запах как-то. А вот этот прям, ой, как вкусно пахнет, супер. Вот они, удобные такие парфюмы, всего по 8 миллилитров, взял. Уже четко знаешь, понравился, не понравился. Не понравился, не жалко, да, там 300 рублей или за 1500 брать флакон. Конечно, вот надо такие вот флакончики выпускать всегда к новинкам, чтобы можно было выбирать тот или тот брать. Ну, я все эти ароматы мне очень нравятся. Все очень вкусные. И смягчающее средство у меня есть сейчас с абрикосом открытое. И всего 89 рублей.
Ах, какая вкусняшка. Видите, уже как много использовала, хотя он только недавно вышел, и у меня при этом открыто сразу несколько флакончиков в каждой комнате, по две баночки открытые. Мне нравится. Вот сейчас как бы персик, это все вкусы, абрикосы, персики, они мне прям согревают душу зимой. Приятно, супер. Куда можно мазать эти смягчающие средства? Вот везде, локти, кутикулы, губы, глазки, болячки, если долго не отваливаются. То все размягчает, все увлажняет быстро. Экстремальная помощь. И здесь у нас тоже новинка. Это целая серия, которая состоит из мыла. Крем для душа, крем для рук. Очень красиво. Вот мне ничего этого не надо уже. Вот правда, ну все есть. Ну как я пропущу такой красивый флакончик крема? Конечно, никак. Буду заказывать. И мыло, конечно же, все нравится. Тут страничку можно потереть и пахнет вкусно. Прям очень вкусно. Все сделано соблазнительно. И на последней страничке две туши. Объемная и объемная водостойкая. Не перепутайте. Если вы берете водостойкую тушь, то обязательно берите к нему средства 2 в 1 специально для снятия водостойкой косметики. Потому что иначе вы будете жить с этими накрашенными ресницами, потому что ничем снять невозможно эту тушь. Она просто вот как будто родная становится, как продолжение ресниц. Мне такая щеточка не подходит, к сожалению. Хотелось бы тоже пользоваться тушью подешевле, но не всем она идет, поэтому пробуйте, смотрите. У меня есть постоянные клиенты на такую тушь. Им нравится, они говорят, что она просто замечательная. И, конечно же, классный ценник в этот раз. Супер просто. Итак, та-дам! Все мы с вами посмотрели. На мой взгляд, каталог более чем достойный. Нам есть с чем работать. Классные предложения. И я думаю, что только самый ленивый и самый, я не знаю, какой человек, даже не могу пример привести, пусть будет самый ленивый, не соберет огромнейший заказ в период действия каталога номер 3. Так что вперед! Всем желаю успехов, много-много заказов и обязательно будьте в премьер-клубе. Я вас на это программирую, чтобы вы зарабатывали как можно больше. И оставайтесь на нашем канале. Если есть какие-то вопросы, пишите прямо в комментариях. Мы всегда отвечаем с удовольствием. И до новых-новых встреч. Пока-пока!